Я чеснока хочу. Сейчас я чеснока найду себе. Чтоб с чесночком пожрать. Без чеснока. Без чеснока не хочу пожрать. Не знаю, видно там, что было или нет. А то я тут рассекаю, блин. Так, это самое, Зарин, сделай потише на диване, пульт, пожалуйста. На диване. У меня рука болит. Колено. Нет, локоть. Я локтем ударилась сегодня. Локтем. Локтем. Когда локтем ударяешься, знаете, тут вот есть такая нерв. Вот такая. Вот здесь вот в провалине вот в этой. Есть вот, вот тут здесь такая штучка. Когда ты, вот даже сейчас ее так. Ты, вот, когда ей ударишься, ты знаешь, Мила вспомнил, срать пошел. Говорка такая есть. Так что, когда вы ударяетесь, вы точно знаете, где он сидит. Отдыхает. Так вот, девочки. Бесплатно вам все рассказываю. О, как хорошо погрелась. Красота-то какая. Колбасаву на полу уронила кошка какая-то. Ешьте, идите. Максут тут их питал. Колбасой. Не знаю, что сварить на завтра. Завтра мне некогда будет. Наверное. А сейчас мне позвонят, меня все устроит. То значит, завтра я... Надо мне дела делать эти еще пять. А если не позвонят, буду ждать, когда позвонят. Я чердак помыла. Это шампунь, который в прошлый раз купила. Черная банка. Как он пахнет. Это просто. Он мужским таким пахнет. Шампунем. И одновременно женским. Прям так, баска. Шампунем? Да. Будешь кушать с мамой? Ну, нет. Он в компоте лазит. Покажи, что ты делаешь. Тетенька, покажи, что ты сейчас сделал. Потому что ложкой мы не хотим. Мы вот так хотим помыть там руки, а потом попить. Так вкуснее. Максут, перестань так делать! Дай. Иди-ка руку быстро вытирай. Доживая! Сметану открыла, облизала, а положить забыла. Короче, сходила я. А садик? У меня батарея 3 минуты. 3 палочки. Я тороплюсь. Бегом, бегом. Сейчас расскажу, мне звонят. И опять вернулась. Два надо. Не надо два. Налил компот и в компот еще и молока добавил. Завтра обосрешься в садике. А я много буду срать? Ну, много ты будешь срать, да. Много, говорит, я буду срать. Вот эту каю. Вот эту каю. Я обожусь. Я не понимаю, Максут, я. Я ты. Перец круглый разъела. А за дверь молоко пока не пролил. Не пей это! Балуется. А, на чем я остановился? Садиком. Замерщик позвонил. У меня даже зарядки нет. Сейчас, говорит, еду. Кухню замерять. Мы туда повалили. С ними после садика сразу. Замерил, приехал. Я хотел в садик. Надоел баловаться, а?
Приехала замерила, она говорит, я у меня же там холодильник будет стоять. А я не знаю, какой размер. Какой, говорю, знаю, хочу. А какой у него размер, не знаю. Пришлось заехать сзади, домой их привела. Уехала в магазин, пришлось ехать. Выбрать. Замеры срисовала. Он с тех замеров вычтет этот холодильник. Чтоб все встало там у меня. И все придется. Так как-то. Как это сделать-то? Опять звонит. Теперь подождете. Я есть села. Где еще что ли сварить? Снова я и снова здрасте. Это я. На чем мы там остановились, девочки? Мальчики, ребята. Я не помню. Хрен его знает. Я забыла. Памяти-то нету. Азелин-то завелась мы сюда. Ей понравилась комната. Я давно говорила, мама, я хочу комнату себе. Отдельная. Вообще рада. Так. Вкусно, но жирно. Да не ягодку. Это не ягодка, Максута, помидорку все время ест. Зарин, подай мне кастрюлю из холодильника. Еще поем. Спасибо, Зарин. Да есть уже тогда. Вот так вот. Картошку выковырю, а это не буду. Сейчас чуть-чуть погреем только, ладно. По-быстрому.
Раз, два, по-быстрому. Рука чешется. Пятка чешется к срочной дороге. Локоть стукнешься, нылый срать пошел. Какие еще приметы вы знаете? Рассказывайте. Мне тоже интересно. Это ж вам не в булочной стоять за рюмкой хлеба. Меня убивает это просто, я не знаю. Так же. Я, говорит, после Нового года, говорит, винегрет себе в стакан наложила. На какой степени надо напиться, чтобы винегрет наложить в стакан? Ничего страшного. Так же, как и я. Суп из кружки могу похлебать. Запросто. Что поделаешь? О. Ну вот. А я сижу хорошо. Прохватило. Греть, что ли, сделать? Хрен его знает. Кто-нибудь хочет гречку? Я хочу. Значит, приготовим гречку. Вот это вот сало. Как... Поняли? Приторно его. Хирали, я же ничего не разморозила даже, чтобы чем варить-то. Не знаю. Какой-то странный звук. Или это. С тушенкой сделай. Блин, стрелка все вываливается. Обои классные им в комнату. Такие не тусклые, не яркие. Вот светленькие. Свет выключаешь, там кораблики светятся. Этим. Карты, глобус. Ну, красиво какой? Так вот. Не то, что сильно светится так прям. И потолок им сделаю небом. С облаками. Им только в комнату с облаками сделаю. Сабрина, ты жизнь скажет, я в кладовку пойду, не надо мне с облаками. Да? Делай. Я говорю, шторы определись, какие хочешь. Жалюзи. У меня. На, жалюзи. Какие-то выберет какие-то шторы красивые. Твоя же комната. Как?
чтобы тебе там уютно было. Правильно же я говорю? Надо же делать не под себя, а под ребенка. Если ты ему делаешь комнату. Ребенку было уютно. Приятно там находиться. Да. Да. Это ж вам не в булочной. За рюмкой хлеба стоять, правильно? У меня коронная это теперь будет фраза. Спасибо за подсказку. Голова слегка болела. Но так сильно. Вроде прошла. Не стала пить таблетку. Голову так положила, чтобы она расслабилась. И голова прошла. Сейчас и здоровье, девочки.